Здравствуйте, зрители моего канала, с вами Надежда, это интернет-проект Фаберлик Онлайн. В этом своем видео я вам хочу показать свою коллекцию бижутерии Флоранж. Это швейцарская марка, и славится она не только красивейшим нижним бельем, аксессуарами, такими как сумки, кошельки, перчатки, палантины, но и производит ювелирную бижутерию. Покрытие, кстати, у которой розовое, желтое, золото и платина. Мой муж-ювелир, когда увидел эти украшения, сказал, ну, муж не сомневается, это действительно ювелирное покрытие. Это действительно позолота, это действительно платина. Для вставок здесь используются кристаллы Сваровский, чешский хрусталь, кожа, синтетические натуральные камни, перламутр, вот как в этом изделии. Все кристаллы все качественно вклеены и закреплены на лапке. На изделиях есть клеймо, приходит все вот с таким вот паспортом. К каждому изделию прилагается такой паспорт, где рассказывается о составе металла, о его покрытии, о какие вставки присутствуют в этом изделии и что это самое главное безопасно для здоровья человека. Приходит вот все вот в таких красивых коробочках, бархатных мешочках, вот в таких, посмотрите, какая красота. На подарок это просто замечательно вот так вот подарить и не стыдно, самое главное. Вот. На каждом изделии есть клеймо. Ну, может быть, здесь я сейчас не покажу вам, но на каждом изделии присутствует клеймо от компании Флоранж с его логотипчиком. Ну и, собственно говоря, давайте посмотрим на мои украшения. Вот такой вот колье. Это покрытие уже идет платина. Вокруг кристаллы Сваровски. Смотрите, как все играет. Она идет вот с такой вот цепочкой. Такая прям достаточно упругая, плоская. Можно сказать, прям такая, не согнешь ее. И вот такая дополнительная к ней идет цепочка, если надо увеличить. И на конце вот такой находится логотипчик с кристаллом Флоранж. Такой вот. И вот он кристаллик. К нему вот такое у меня кольцо. Я уже не помню, что за камни в середине у этих украшений. Потому что паспорта давно у меня от них нет, они как-то ни к чему. Но то, что я его носила не один раз. И последний раз вот я одевала его на Новый год, на фотосессию. Смотрится, это очень-очень красиво. Вы знаете, ничего нигде не отвалилось, ничего не потерлось, и все, как видите, на месте. Вот такие сережки у нас, у меня, вернее, в коллекции. Здесь уже идет крепление на лапках вокруг. Это тоже покрытие платины, и тоже это идет кристалл Сваровски. Это гвоздики пусит. Вот такая красота. Вот это колечко я уже брала именно на нашей закрытой распродаже. Посмотрите, как красиво. И к этому кольцу у меня вот такие сережки. Они, конечно, из разных опер, как говорится, не из одного комплекта, но они очень подходят друг другу. Я, кстати, не беру вещи, которые состоят из целого комплекта, из трех вещей. Мне как-то это не нравится. Больше меня устраивает, когда это, допустим, сережки и колечко, или это красивое колье и кольцо, или сережки. Ну, вот комплект из двух вещей. Мне так нравится больше. Потому что сами за себя украшения Флоранж говорят сами за себя. Они очень такие крупные. И когда вот этого всего много на человеке, мне кажется, это не очень красиво. А вот выигрышно смотрится или одно изделие, достаточно само говорящее за себя, либо вот два. Вот это кольцо, это уже покрытие розовое золото. Это тоже кристаллы Сваровский, жемчуг. В глазах у змеи, посмотрите, кристаллы красные. Как они играют, прям видно. Тоже нигде ни одной царапинки, тоже у меня оно давно, и тоже я его носила. Все это говорит о высоком качестве этих украшений.
Вот такое колечко. Это идет уже желтое золото покрытие. Здесь перламутр. В каждом уголке, вот тут вот посмотрите, это кристаллы Сваровски вставлены. Достаточно такое крупное колечко. Но мне очень нравится, так прям смотрите. Тоже ни одной царапинки, ничего. И к нему у меня вот такой кулон на подвеске. Он двигается. Здесь тоже кристаллы Сваровски, если видно по углам. Это перламутр идет. И все это вот на таком кожаном шнурке. Продолжает цепочка. На конце у цепочки тоже дополнительные звенья для увеличения, если кому-то мало по размеру. Логотип компании Флоранж с кристаллом. Такое красивое колье. Или кулон, как правильно назвать. Еще одно мое приобретение. Вот такой вот лист. Это тоже покрытие платины и тоже кристаллы Сваровски. И с таким большим кристаллом. Одним. Цвета шампанского. Смотрите, как все играет. К нему идет такая длинная цепочка. Очень хорошего качества. Крепкая. Тоже дополнительное удлинение. И тоже логотипчик компании Флоранж с кристаллом. Я забыла вам сказать, что самое главное, в 2016 году компания Флоранж присоединилась к Faberlic. И у нас, консультантов, появилась возможность покупать эти украшения со скидкой 20%. Ну а так как у нас еще действует такая система, как мы купим баллы за все заказы, и потом эти баллы можно обменять на продукцию бесплатно, то очень многие вещи здесь, например, вот эта подвеска, вот это кольцо, вот эти сережки, ну, были приобретены именно за баллы, то есть бесплатно. А что-то здесь было приобретено именно на нашей закрытой распродаже, которая только для консультантов Faberlic. Поэтому, если у вас, девочки, нету дисконтного номера, и вы хотите стать покупателями в компании Флоранж и пользоваться скидкой 20%, скидка на регистрацию внизу, присоединяйтесь. Если же вы хотите в мою структуру, то милости прошу. Ссылка тоже внизу под этим видео. Всего вам доброго!